Всем привет! Хочу сейчас показать, что у нас на обед. Ну, как вы видите, вот мама сегодня сготовила плов, а также салат тут и свежий хлебушек. Свежий, прям аж теплый. Только остывать начал. И вот плов. Такой плов у нас сегодня. Тут и говядина, и свинина. Вот. Чесночок вот есть. Рассыпчатый плов. Готовили в мультиварке. Вот. Так что такие дела. Сегодня у нас плов. И еще, если мама сегодня хотела приготовить пирог, вот, то я сделаю видео. Наверное, просто подожду, сейчас не буду вылаживать. И покажу, какой пирог. Все, буду заканчивать. Всем пока. Вот. Сейчас покажу в мультиварке. Наш плов. Вот он плов. Так что такой сегодня у нас обед. Так, ну вот все. Мама спекла пирог. Вот. Пирог с яблоками, ну как бы по нашему рецепту. Я уже немножко попробовала, очень вкусный. Прям такой вкусный, что больше ничего не надо. Я хотела еще помазать нутеллой, но не стала. Потому что все прям как будто как надо. Больше ничего не нужно. Ну вот. Осталось налить молока или какао. И кушать. Ну все, я буду заканчивать видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Всем пока!